Этой ночью в Дагестане в городе Изербаш убит федеральный судья Ахмед Раджабов. По предварительным данным, преступник открыл огонь у входа в дом судьи. Неизвестный 7 раз выстрелил в Раджабова из пистолета и скрылся. Судья от полученных ранений скончался. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело по 2 статьям. Основная версия убийства – профессиональная деятельность погибшего.